Алло. Сань, привет. Летит птичка. Одну сожрал, блядь. Вот сейчас пара вообще уже в покрытии, блядь. Одно чуть ниже и тройка так, метров 200. А сегодня он уже скушал одну голубку, так что я надеюсь, что будет нормально все. Есть такое дело. Да, в точке, в точке. Блин, пара вообще так высоко. Ёханы, уже именно мухи, мухи, просто мухи. Да. Завтра будет. Что ты хочешь там что-то приобрести? Нет. Так цветных тут в Одессе вообще ни у кого нет. Уже нет. Он их убрал всех. Вон, они чуть-чуть примайнались. Я достать смог. Это уже приближение, мама, не горюй. Что это у нас такое? Опять потерял. Десятикратное приближение. И вот еще второе. Это, наверное, сизачка, две в середине. Да. Да, это сизачка, две в середине. Высота метров 500-600. Навскидку. Второе. А что это второе? Я не пойму. А, это серый Гаврилова, блядь. Серый самец Гаврилова, 100%. Все, я понял. Сизачка, он еще выше чуть-чуть стоит ее. Вот сизачка две в середине моя и серый Гаврилов. Это я, наверное, Гаврилова серого поймал. Да, 90-кратное приближение.
как тяжело ловить. А сизачка чуть-чуть вот так. Чуть-чуть оттянулась. Вот. Мушка. Вообще были на такой высоте. Это просто капец. Она две в середине, да. Сейчас мы ее подтянем. Пытаюсь подтянуть, расплывается. И голубь. Вот так, если брать еще выше, вертикально. Вот он. Гаврилова Саши. Вертикально над домом стоит. Mm.